У Гомельской области будут развивать будаўніцтва индивидуального жилья на коммерцийной основе. Отповедную задачу перед будаўнічай галиной региона и керовниками районов поставил губернатор Владимир Дворник под час посяджения облвыканкама. У апошний час попыт на индивидуальное жилье расте, тому необходимо больше будовать его и на коммерцийной основе. Это даст магчимость громадянам отримать якостное доступное жилье с усими умовами, земельным участком и у той же час допоможет вырашить жилевые пытания и у райцентрах, и у вёсцы, полепшить умовы життя людей, отзначил Владимир Дворник. И он подкреслил, что у дома будаўнічых комбинатов региона есть добрые пропановы, которые можно реализовать при выконании этой задачи. Старшиня облвыканкама доручил на протягу месяца у каждом районе распрацовать планы по забудове пляцовок индивидуальным жильем с указанием колькости домов. А у будучыні необходимо будет удосконалить и продумать разные проекты комплектов жилых домов такого типа.